Жить Родине служить сегодня в школе номер 32 прошло ежегодное мероприятие «День призывника». Оно состоялось в рамках программы патриотического воспитания молодежи. Главными участниками стали старшеклассники более чем из 10 учебных заведений Орджоникидзевского района. Ребят приветствовали ветераны и представители силовых структур Магнитогорска. Это прекрасная возможность познакомиться с оружием, которое у нас имеется. Это отличный способ реально пообщаться с ветеранами, которых мы пригласили сегодня среди гостей, чтобы услышать о воинской службе, может быть, о той воинской службе, о которой не пишут. У нас есть представители военных училищ, которые будут рассказывать о своих училищах, о преимуществах своего училища и, соответственно, призывать обучаться в данных учебных заведениях. Внесли флаг, прозвучал гимн России. Школьники выслушали напутственные слова гостей, а после торжественной части и построения команды отправились демонстрировать свои навыки в стрельбе, сборке автомата и других военно-прикладных дисциплинах.